Представляем! Представляем! Раз! 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 Бойцы рязанского ОМОНа перетаскивают служебный автомобиль «Тигр». Машина бронированная. Вес ее, в зависимости от модификации, может быть как 5, так и 7 тонн. Это один из этапов отборочных соревнований групп боевого порядка ОМОН территориальных органов Центрального округа войск Национальной гвардии России. К этапу с перетаскиванием автомобиля рязанские бойцы готовились особенно усердно. Они привязывали к «Тигру» бревно и таскали машину по парковке из одного конца в другой. И это только один из этапов соревнования. Начали! Всего бойцы ОМОНа прошли три этапа состязаний: физическая подготовка, служебный биатлон и стрельбы. У нас там 150-100 метров стреляли, лежа, сидя, стоя. Автоматчики тоже стреляли на расстоянии 100 метров. И командир группы из пистолета. К соревнованиям готовились, говорят, больше месяца. Но у бойцов отряда мобильного особого назначения практически каждый день на работе – это тренировка, подготовка к будущим задачам. Они оттачивают свои навыки в стрельбе, командном взаимодействии и многом другом. А физические нагрузки – это обязательное условие. Постоянные тренировки и помогли достичь определенных высот. Рязанцы по итогам состязаний одержали победу среди других 18 команд из Центрального федерального округа. Теперь у них впереди соревнования всероссийские. Они пройдут в сентябре. Тренировки у бойцов рязанского ОМОНа продолжаются.